Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград.
Привет. Позволь, я взгляну. Привет. Позволь, я... Шевелись, плотва.
Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. Тебя это чародей. Йеннифер, да? Ну, пошла. Теперь помедленнее.
Вчера мы наделали... Думай, куда идешь. Ну, наконец-то! Не знаю, как у вас, а у нас, если кто согласился вести дела, то потом не телится. Какие дела? Ладно тебе. Давай прямо говори. Времени и так нет. Нильф этот, Вилли, говорил, что пришлет сегодня за товаром. Так что топай внутрь и веди себя прилично. Ну ладно, идем. Думай, куда идешь. Думаешь, можно развлечься? Теперь уж поздновато. Купец всех заберет. Так никто ж не заметит. Приходится платить за богатую добычу. Да, каких набегов у нас нет. Меч на спине, фунтов 6 серебра. Красивые мечи. Но помним эти добрые добычи. Говорят, ты меня ждал. Как там товар? Нескольких пришлось успокоить, но все без особых повреждений. Это сильные островитяне. Будут хорошо на тебя работать. Хорошо. Вилли халтуры не любят. А тебя точно Вилли прислал? Я-то ожидал кого-то более нильфгардского. По-твоему, я должен носить большое солнце на груди? Тогда я буду достаточно нильфгардский. Ладно, ладно, без нервов. Товар готов. Не люблю, когда людей называют товаром. Да мне один хер, чего ты любишь. Помнишь, насколько мы договаривались? Деньги с собой? Ты что-то напутал. Я уже заплатил. Я пришел только людей забрать. А, да, да, точно. Остается вопрос, как их довести. Доставкой мы не занимаемся, так что лучше всего будет, если ты приведешь свой корабль сюда, в залив. Просто дай мне ключи от клеток. И что потом? Пехом будешь гнать? Один? Кто не дойдет, тот не дойдет. Вилле нужны только сильные. Ну ладно, бери. Только чтоб потом жалоб не было. Они теперь твоя собственность. Сейчас успокоимся. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Приехал торговец. Нет нам спасения. Тихо, я его знаю. Это Геральт из Ривии, ведьмак. Друг Анкрайтов. Наверное, его Ярл прислал нам на помощь. Теперь вы принадлежите мне и должны меня слушаться. Кто будет дергаться, убью как собаку, понятно? За мной! Свободны. Идите на запад, доберетесь до деревни. Спасибо, ведьмак. Еще раз спасибо.
Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград.
Прошу! Прошу! Что у тебя там? Будь здоров. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Ну, меня и сушит. Прошу! Что у тебя? Будь здоров. Тяжкие времена.
Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Прошу! Что у тебя там? Будь здоров. Прошу! Не желаешь сыграть в гвинт?
Прошу. Не желаешь? И что? Башка-то как крутится. Прошу. Не желаешь? Thank you.
Честь и отчизна. Глядишь ты, какая ужасная. Дьявол шел кривой дорожкой, затаивши зло. Ведь не дал взаймы на пиво дьяволу никто. Блевать или не блевать? Вот в чем... Чувак! Что за чувак? Вижу сну! Добро пожаловать в Семь Котов, самую удачливую таверну в городе. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносит удачу. Что можно поесть? Добро, говорят, даже... Thank you.
дьявол шел кривой дорожкой, затаивши зло. Жопу палец. Добро, говорят. Привет. Добро, говори. Предлагаю.
похмелья колбаса лучше лечит, чем рассол. А в этом... Добро, говори. Добро? Прощай. Один раз так добрался, что из ушей холод пошло. Добро, говорят, даже похмелье... Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт.